Ванкувер стоит посреди дремучих лесов дикой Британской Колумбии. Только представьте себе, сколько дикого зверья тут обитает. Время от времени местных жителей предупреждают о случаях агрессивного поведения диких пум. В черте города спокойно можно встретить медведя, который вышел из лесу и роется в мусорном баке. Вы, правда, не видели, но сам факт. Короче, встретить дикого зверя просто на улице тут можно за нефиг делать. Ну, в общем, какая страна, такой и шопинг. Опа. Вау, как живые! Я ему говорю, ну в конце-то концов, слушай, ну совесть имей. Ну правильно? Сильная ты женщина, сильная. Рогатая, сильная женщина. Эх. Hi. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Igor. Igor, my name is Kelvin. Как вы поняли, Келвин – таксидермист. Человек, который делает чучело животных. А таксидермия – страшно модная в здешних краях штука. Такими головами и тушами здесь украшают любой интерьер. И у каждого местного есть дома такой молчаливый питомец. Или даже несколько. Откуда у вас столько животных? Я покупаю их у охотников. Многие охотятся ради еды. Все остальные части животных им не нужны. Вот я и покупаю все, что не используется в пищу. Кто-то назовет это живодерством. Но, друзья, для страны, в которой официально зарегистрировано 50 тысяч охотников, это абсолютно нормально. Как это можно назвать? Арт-объект? Да, так и есть. Таксидермия – это направление в искусстве. А все таксидермисты – художники, творцы. У них специальное образование, на которое они тратят много лет. Смотрите, у нас есть экспозиция «Медведь». С волком дерутся за уже убитого барана. А сколько же он стоит? Это все 13 тысяч. Это за всю инсталляцию вместе с камнями. Профессия таксидермиста редка и невероятно сложна. Это ж целое искусство – правильно содрать шкуру с животного, чтобы не повредить ее и не испортить. Кроме того, нужно идеально знать анатомию животных, знать их повадки и характер. Чтобы лису не поставить в позу медведя, а ежу не вставить в глаза оленя. Кстати, знаменитый упоротый лис изначально был объектом таксидермии. Просто в максимально неудачном исполнении. Тот случай, когда поза, характер и манеры не соответствуют природе хищника. Магазин этот впечатляет. Ну, он, конечно, такой здоровый. Great Canadian Moose. Ну, прям вот такая мордяка. Ты посмотри, вот мой кулак, а вот он, глянь, это же жух. А сколько же он стоит? Этот лось стоит 59 тысяч канадских долларов. 59 тысяч долларов за лося. Если вы захотите целого, мы можем сделать. А вы можете сделать в нем дверь? The door inside the moose. To hide. И будет у меня троянский лось. Кроме голов и туловищ животных, тут, понятное дело, продаются и шкуры. Много шкур. Лисы, волки, зайцы, медведи. Нет, ну ощущения, конечно, особенные. Знаете, а есть в этом какой-то свой прикол? Ну вот есть какая-то сила природы, которая вот прям приклеивает тебя к этому большому белому другу. Везде эта вещь. Везде. Она портит людей. Портит. Ох, как портит людей. Заверните меня в медведя. Заверните. Давайте.